Более 15 тысяч квадратных метров успешно обновлено. Участок от улицы Гагарина до проспекта Карла Маркса отремонтировали большими картами на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня специалисты курирующего ведомства произвели контрольный осмотр обновленной дороги. Сегодня мы находимся на улице Булкина, осмотрели дорогу, посмотрели устройства инженерных коммуникаций, как были выполнены. Это колодцы, дождеприемные решетки, примыкания на внутриквартальные проезды. Качеством мы остались довольны, а по качеству укладки и уплотнения асфальтобетона будет заключение лаборатории заказчика, тогда мы сделаем окончательный вывод. Дорога по Ивана Булкина имеет особое значение. Рядом располагаются жилые дома, в том числе и новостройки, крупный торгово-развлекательный центр. Кроме того, эта улица является дублером Карбышева. Отремонтировать такой оживленный участок дороги нужно было не только быстро, но и качественно. Хочу отметить, что несмотря на погоду условий текущего года, когда падает достаточно большое количество осадков, работы ведутся по графику, где-то даже с опережением графика работы идут. По результатам первичной приемки видим, что работы выполнены с надлежащим качеством. Целью выполнения работ является долгий срок службы автомобильной дороги и элементов ее обустройства. В этом году ремонтными работами охвачены более 35 объектов. В Самаре по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году план выполнен почти на 93%. В ремонте находятся три участка уличной дорожной сети. Завершить работы на объекте подрядная организация планирует к 1 сентября. Александр Гусева, Василий Колдашов. События.